Огромная коллекция за 11 лет, и ракурсы которых на местности просто не существует. В понедельник 12 художников со всей страны отправились в один из главных и старейших выездов для работы на открытом воздухе – на Васнецовский пленэр. Две ближайшие недели им придется провести в Уржуме, на родине одного из известнейших художников не только Вятки, но и вообще всей страны – Виктора Васнецова. На что вдохновляет васнецовские пейзажи на природе, расскажет Никита Тузов. Живая музыка, которая эхом отражается от мраморных стен. В такой обстановке представлена часть лучших работ по итогам 11 лет Васнецовского пленэра. В их числе работы Аллы Полковниченко. Ракурса, признается художница, с которого взят этот вид, на самом деле вообще не существует. Я много ходила, искала точки зрения, точки, ну, с которых нарисовать можно. Это была, ну, наверное, одна из самых сложных. Там было много-много деревьев, и сквозь деревья какие-то были кусочки зданий, кусочки всего, поэтому пришлось немножко компилировать. Ну, то есть прямого такого вида, собственно, нету, только если там все вырубить на переднем плане. Для Аллы Полковниченко новый выезд на Васнецовский пленэр – это возможность сделать вклад в российское изобразительное искусство. Вятский художественный музей – один из первых, кто начал возрождать такие пленэры на территории России. Васнецовские выезды по праву можно назвать одними из старейших. Работать на открытом воздухе художники отправляются уже в 12-й раз. Да и коллекция по итогам всех пленэров получилась внушительной. Это более 250 произведений живописи и графики. Вот. На них представлены работы художников более чем из 50 городов нашей страны, да, и где-то больше 120 участников. Это именно мы как бы в такую статистику подводили тех, как бы, кто однажды был, но из этих 120 некоторые были по несколько раз. В этом году для работы на открытом воздухе в Уржуме отправляются 12 художников из Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани и многих других городов. Полет творческой фантазии не ограничен ничем. Итоги почти двухнедельной работы подведут там же, в Уржуме, 19 августа. Вдобавок, по условиям выезда, каждый художник должен оставить музею по две своих работы. При этом абсолютно бесплатно. Что примечательно, за 12 лет никто и никогда даже не пытался определить, сколько же в рублях стоят вот эти самые произведения искусства. Большинство художников, участников Васнецовского пленэра, передают свои произведения в дар музею. А все, что попадает в фонды, по своему определению становится бесценным. Никита Тузов, Дмитрий Анциферов, информационный канал «Город».